ежегодные спартакиады структурных подразделений. В спартакиаде принимают участие, как и в данном виде спорта, принимают участие, соответственно, 22 команды, состав команды 3 человека. Опять-таки, категория – это структурное подразделение Министерства обороны, Генерального штаба и Организации вооруженных сил. Итоги мы подводим лично по наибольшей сумме мест, выбитых каждым участником, и командная по сумме мест у всех участников команды. Есть и ребята, которые, и команды, которые сбалансированно показывают высокий результат. Если будут достойны, а достойные будут, они имеют право принимать участие в чемпионате вооруженных сил. А это уже мастерский турнир, это возможность получить мастера спорта после бега штатного оружия.